По поручению прокуратуры Московской области в нашем городе проводится проверка автозаправочных станций. Рейды будут проходить в течение нескольких дней. Это делается для наведения порядка в сфере торговли топливом. Проверку проводит помощник Одинцовского городского прокурора Никита Иванов, государственный инспектор по пожарному надзору Андрей Корсун и представитель Роспотребнадзора Антон Портной. Они инспектируют деятельность заправочных станций и проверяют наличие необходимой документации. По словам сотрудников правоохранительных органов, в настоящее время люди стали все чаще жаловаться на качество бензина, покупаемого на небольших АЗС. Основной целью мероприятий является выявление фактов нарушения прав потребителей, в том числе также проверяется и соблюдение правил пожарной безопасности. На сегодняшний день Одинцовской прокуратурой будет проверено порядка 5-7 объектов автозаправочных станций на территории Одинцовского муниципального района Московской области. На каждой заправочной станции должен быть паспорт на бензин, а также декларация, подтверждающая качество и безопасность продукции. По правилам, паспорт качества размещается в доступном для ознакомления потребителям месте. А каждый вид топлива имеет свои сопроводительные документы, которые выдает завод-изготовитель. Они действительны в течение полугода. О рейде предприниматели заранее не знали. Некоторые собственники даже не хотели пускать нашу съемочную группу на свою территорию, возможно, испугавшись, что у них найдутся какие-либо нарушения. Хотя, как показывает практика, многие проверки, наоборот, способствуют упорядочению работы и оказывают определенное профилактическое воздействие. Так, например, на одном из инспектируемых объектов незначительные ошибки были исправлены тут же в ходе проверки. Особо серьезных нарушений комиссия не выявила, но отметила несоблюдение правил технической безопасности и некоторых пунктов закона о защите прав потребителей. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».